Мы в Сафоново заехали газом заправиться. Давай, давай, давай. Надо баллон заправить. Пойдем заправим баллончик. Что, ты снял на меня компромат? Конечно. Не умеешь задом ездить? Умею? Нет. Совсем легкий. Будем учиться. Дай кошелек. Выдвини эту штуку. Будем учиться. Можешь пока стеклышки помыть. Самовар нечем будет ставить. 7 утра. Доброе утро. Мы уже в Сафоново. Нам чуть-чуть осталось до Смоленска. Ну все. Тяжеленький. 210 рубликов. И баллончик полный. Так. Выслушай. Щурюб. Так, контроль АТК. Красавчик. Смотри, какого мы зверя поймали. Большой зверь. Серьезный мух. Открывай. Я еду. Садись, я до этого, до Суетова, а так дальше ты. Не дает работать. Видишь, что делается? Не пускает за руль. Ночью не загнать было за руль. А сейчас не пускает. Вот. Езда ночью это твое. Не-не-не. Это была вынужденная мера. Расскажем почему. Рассказывай. Стой, подожди тут. Дыр-дыр-дыр едут. Дыр-дыр-дыр едут. Поехали. Мы едем сегодня выгружаться в Смоленск. И что после Смоленска будет? Поделись. Куда ты рейс урвал? После Смоленска мы едем в Беларусь. Это хорошо. Город Борисов. Это не очень хорошо. Борисов это не доезжая Минска дальше. С Минска, короче, ходит 11-й трамвай. Но... а на нем отправим Лешу в Минск. Умничай. Да. Ладно, едем мы в Борисов грузиться каким-то оборудованием. Сельскохозяйственным. Завтра, в пятницу. Завтра, в пятницу, да. 20 какого? Да сегодня какое? Не знаю. Сегодня 24-е, по-моему. Сегодня 24-е. Завтра 25-го. Михаил Владимирович будет у нас грузиться. Грузиться. Поедем мы на Дальний Восток, в Амурскую область. Вау. Дальняк. Рядом, недалеко от Благовещенска, есть такой... поселок городского типа Серышево. Короче, с Борисова порядка 8000 километров. 8200. Ну, там все 8500 получится, 8200, если не больше. Там зеленый горит. Вроде да. Отсвечивает солнышко. Светофор.
Вроде 10, да. 10 секунд успели. Да, знатно ты сырейся, Курвал. Это вам не мелочь, да, по карманам тырить. Поедет, да? Я думаю, если мне еще и повезет, то что? То мы потом поедем оттуда грузиться во Владивосток. Ну ладно, сначала туда загрузись, а в Владивостоке будешь думать позже. А еще лучше Комсомольск на Амуре. Кому что? А Михаил Владимирович к теще. Мне к теще в Комсомольск надо. Любит тещу. Так что вот так, братцы. Поэтому вот мы так это немножко напрягаемся. Чтобы приехать, нам сказали сегодня приехать до 2 часов. Мы хотим приехать еще раньше. Потому что тут пока тут заправка, потом туда-сюда, конфеты. Ну все как всегда. Вот. И завтра будем мы... Будете вы грузиться, сударь. На дальний-дальний восток. Ну, не совсем дальний, но довольно-таки дальний. Чуть не дальний. Благовещенское, это хорошо, да. 8,5 тысяч километров, это, конечно, огонь. А на данный момент мы едем в Суетово. Чего делать? Завтракать. Абсолютно верно. Как вам? Михаил Владимирович, поздравляю. Мы с тобой примерно 10 раз объехали вокруг экватора. Стой! Ну, рассказывайте ваши впечатления 10-кратной кругосветки по экватору. Мы бьем все рекорды. Да. Ладно, не говори, а то заплюют. Ну что, какие подведем итоги? 400 тысяч пробежали, за 400 тысяч, ну, с последних 300 проблем по машине у нас не было. Ну да. Ну, аварию мы не считаем, это форс-мажор. Так что... А, ну у нас это, только что автономка померла, но мы ее реанимировали. Ну, все. Автономка на 3 зимы прожила. А, поменяли мы все колодки на прицепе, на где-то на 300, сколько там, ну, было? Считай, 390, 10 тысяч, да, 10 тысяч назад, примерно. Вот, почти по 400 тысяч мы поменяли все колодки, тягачей еще все в порядке, ну, тягач тоже там поменяем, наверное, на ближайшем ТО. Вот, диски все как новые. Что еще? Больше как бы... Больше вроде вопросов-то и нет. Не было. Ну, то есть колодки-то не вопросы, это уже расходный материал, это уже пора. Ну, автономка, да, автономка зимой. Ну, 3 зимы она выдержала. Сколько она еще выдержит, не знаем. Мы ее вычистили, выпарили, все там поменяли. Казахским коньяком. Да. Так что движемся к следующему рубежу. Сейчас ты как раз, дай вот... Двадцаточку. Двадцаточку накатаешь в легкую. С Борисова на... А если еще куда-нибудь на Владивосток грузиться, то да, как раз... Вообще, да. Уже как раз двадцатка туда-обратно. По приезду будет в районе 427. Ну что, поздравляю нас. Работаем дальше. 400 тысяч 400 тысячами, но желудок требует завтрак. Так что поехали мы. Чуть-чуть до Суетова не хватило, километров 10 нам. Едем кушать. Ну все. До еды доехали. За Луну уже тоже переехали. Аж 400 тысяч 10 километров. А до Луны 386. Ой, до Луны я еще раньше доехал, оказывается. Уже назад возвращаемся. Или нет? Зачем назад? Куда едем? До Марса?
расширили. Наверное, сотка машин так тут точно на ночь приземляется, места хватает. Полдевятого. 91 километр нам до выгрузки. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните направо. На следующем, значит, на следующем. За бортом уже 29. А время только 8:30 утра. То ли еще будет, ой-ой-ой. Сейчас нам расщехляться будет. Потеем хорошенько. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните направо. На следующем повороте направо. А, колесо у нас уже куплено. Хотели здесь посмотреть. Начальство сказало, что колесо уже куплено. На обратном пути Михаил Владимирович заедет, заберет. А будет и поставит. Второе ждет на базе. Все. Прицепом, значит, все, кроме крана. Ну, кран тоже сказали. Закажут, привезут к его приезду. Единственное, что где-то потом надо будет поменять. Остался тягач. Еще три колеса. Ну, с тягачом, я думаю, еще по этой резине запросто. Сбегаешь? Сбегаю. Вариантов нет. Вариантов вообще нет. Все, поехали. Еще одна маленькая остановочка. В конфетном раю. И весна. И валим на выгрузку. Идеальная здесь
10-10. Нормально. Вот он и Смоленск. Здрасте. Михаил Владимирович, ты уже готовишься, уже переоделся? Arbeiten unter Disziplinen? Да. Две стороны выгрузить, расчехлить. Почему-то мне кажется, что так и будет. Да, закончишь свой рейс именно этим. Ну-ну. Свою смену закончишь. Я завтра подъеду в Борисов. Постою в носу, поковыряюсь, посмеюсь. Когда ты будешь там скакать по нему. Свои сеялки увязывать или что-то там повезешь. Сеялки, наверное, какие-то. Пляж из Европы, о как. Уезжать, наверное, тоже сюда будем. А? Не знаю. Выйдем обратно на Бизну и пойдем туда. Через Каты. Полтинников навешали. 29. О, это на ходу. Сейчас на солнце. Разомнемся. Загружаться не выгружаться. Ой, выгружаться не загружаться уже легче. Кольцо, на кольце развернемся и вернемся.
ярлык повесили. Красавчик пропустил. Молодец. Через 100. Скажем ему спасибо. Разворот на дороге с круговым движением. Съедьте, используя третий съезд. Фига себе, какой броневик, а. Огонь. Класс. Гвардеец, все дела. Советская армия какой-то. Красавчик. Взял. Газелцу закрыл. Развернулись кое-как. Все. 500 метров и направо. Наверное, да, это, наверное, и есть эта база сразу туда. Если там еще фура стоит, еще колейка может на выгрузку. Чур, я спать. Если что. Дави японца, он и так пострадал, глаза узкие. Так, какие тут итоги? Получилось 4792 километра, расход вышел 33. Строительный материал. Литр больше, чем туда я притащил. Ну тут, наверное, жара сказывается, потому что приходилось немножко на холостых молотить. Так, ну нам дальше. Наши рисуют туда. Ну, микрорайон 4 южный. А может и сюда, я не знаю. Нигде не написано. Тут что было написано там? Не видел? Не знаю. Тормози, пошли, спросим. Потом будешь потом по этим буеракам разворачиваться. Пошли, спросим. Правильно. Вон. Зеленая вывеска Торглес. Вот нам сюда. Асфальт, да? Да, да, да. На следующем повороте поверните налево. Затем асфальт, перейдите, да, в конечный. Ничего не скажешь. Хотя его прямо Машка ж нас сюда и приводит, видишь. Ну как-то стрёмно было просто, да, сюда заезжать. Машка может привезти иногда так. Иногда может привезти на другой конец планеты. Да, Торглес, вот сухая лиственница, ольха, сосна, доска, евровагонка. Мы приехали! Лес. Прикольно. Что он сказал? Сейчас поворот сказал позвонит. И нас куда-то воткнут. Где это возможно? Изменение маршрута.
нарисовано. Видишь? А, вот там, наверное, за нами, наверное, да? Да. Вагонка. С прибытием. 10 утра, ровно. Ну что, Михаил Владимирович, кто хочет сегодня порваться, расчехлить машину? Ты! Может быть, будет задняя выгрузка, а? Ага, задняя. Ручная еще, посмотри, чтобы не было. Ну. Там на площадке станет равномерно посередине где-то. С двух сторон выгружается? Да. Утро перестает быть томным. Я вас поздравляю. Утро перестает быть томным. Ну что ж. Так, значит так. Переодеваемся. И что? А что ты переодеваться? Не, все равно. Ну, выложишься, не знаю. Все доехало по красоте, как стояло, так все и стоит. Работаем. О, стриптиз. Стриптиз, я загораю. Молоток надо. Зачем? Да он все доски достает. Что, так не достаются? Нет. С той стороны в ящике. Ё-мо, полчаса уже полмашины выгружено. Как хорошо вдвоем. Вон Михаил Владимирович ремни завязывает. По-своему. Без 10 час. Все. Буквально за час вдвоем тут прицеп этот собрали, разобрали, 3 секунды. Наверное, еще часа полтора мы ждали, документы нам привезут отмеченные. Естественно, тут же под кондиционером позасыпали. На этом все, Михаил Владимирович, просыпаемся. Поехали. Доброе утро. Здрасте, вам не болеть. Не жалко на тебя смотреть. Ну не выспался. Выспимся еще, успеем когда-нибудь. Я когда спать. Работать надо. Ворота попади. Попробую. Разворот там, где это разрешено. Затем на следующем повороте повернись. Я тебя услышал. Красавчик. Стараюсь. Все, погнали. На следующем повороте поверните направо. Выезжаем со Смоленска. Сейчас обратно на объездную. Едем. Поедем, заедем на заправку. Немножко заправимся. И поедем на родину. На мою. Положи бумаги к себе в этот. Ой. Папку.
Днепр. Прям нам сюда ныряем. Прям с моста. Да, я согласен. Вот, вот место. Давай, вставай. Аварийки включаем, знаки выставляем, пошли. Эй, машина сломался, да? Где водитель? Купается. Жарко было, колеса меняли. Блин, жестяк, конечно. Тяжковато какое-то такое состояние. Так, где-то нам... А, скоро сваливать вправо. Да, нам же надо сейчас срезать. Так по прямой через Катань бы поехали и прямо туда на развязку на Минку выскочили и все, и пошли на границу. Нам надо на заправочку заехать. Вот еще. Ольшанка. Там я кто... даже на нее согласен. Там кроме комаров ничего нет не больше. Знаю, я даже на нее согласен. Нам надо Ольшу заехать, заправить топливо, канистры позаправлять садовой жидкостью. Ехать далеко, запасы надо полные, чтобы были. Хотя повезем 7 тонн, да, там же 7 тонн, по-моему? 7 тонн по заявке. По заявке, вообще, ну. Просто сказка. Кайфуешь? Да. Будешь ехать, балдеть. Ну да, 7 тоннами летом. Самым вообще просто. Можно и ехать на Дальний Восток. В Магадан можно было даже с 7 тоннами поехать. Поехал бы в Магадан. Да мне хоть на Колыму сейчас вообще. Ну, Колыма это и есть Магадан. Да, 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 там-то все и дело. Заедем, заправимся и уже потом у нас прямая дорожка. До самого Минска мы не поедем, конечно. Уже дорого. Такси до дома не довезет, придется оставлять. Ну как, ставлю Михаила Владимировича Бориса. На электричку поеду домой, а завтра приеду на легковой. Помогу загрузиться, заберу свое трихомудье все. Шматье. Отправлюсь с Богом на Дальний Восток, поеду отдыхать. Да? Да. Надо на опушу рожу сейчас. Бедолага. Я только проснулся. Только проснулся. В скрюченном виде позасыпали. Кто на сиденье, кто на там на спальнике. Все шмотками завалил, пока документы ждали. Часа полтора, наверное, дреманули. Ну надо, надо было так вот немножко поднапрячься. Иногда надо, если для дела. Вот опять Ольшанка, видишь? Здесь уже комаров нет. Все. Тормозить? А куда? Где? А где? Где? А вот здесь, наверное. Готовьтесь к левому повороту. Я не знаю, железную дорогу вижу. Ольшанки я не вижу. Не, вон тут. Тут опять одни кусты. Сейчас налево нам, да? Да, нам налево сейчас. И мы прямо больше и выскакиваем. Прямо больше выскакиваем. Жарко, жарко. 33 за бортом корабля. Смотрите, как асфальт плывет. Да, Польша. Налево, точно. 8 километров и мы больше. Поверните налево. Через 100 метров поверните налево. Поверните налево. Ну пустые тут уже можно. Крутануть. Побыстрее, не пропуская. Проедьте 1,8 километра. Принято. Проедем. Жарой загрузиться. У нас в Беларуси тоже жарище. Везде жарит. Ограничение скорости 60 км в час.
свидания, Смоленск. О, видишь, перед нами прям переезд даже открыли, смотри. Шикарно. Фортуна, батенька. Машина сама бежит. Чувствую, что надо домой одного клиента завести, сбросить легче будет сразу. Головы новенькие. С таможни едут, 100%. Вольво. Да с какой таможни с Калуги? А, точно, да, с этого. Таможни. Точно. Навьё. Белая, черная. Гелтека. Это, наверное, гелтека. А что еще тут может быть? Ну, за номерами, наверное, он ездит. Не, номера у них уже висят. Ну, получили. Может оформляться, ездить. Ну, да, 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 да. Ну, на учет ставили. Так, все. Мы попали. Четко. На Минск туда. Автобанен! Русь! Шайзе! Смотри, какие ямечки. Я-я. На тюрлих. Ой. Ямки знатные. Ой, 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 ой. Царство Гиртеки снова попали, да? Мы сейчас много не льем. 300 литров зальем. Назад уже будет ехать. Зальет полные баки. Сейчас единственное от Блю поедем, зальем. Канистры все полностью. Вдвоем проще, удобнее. Полностью ему напомпуем. Ему хватит. И туда сходить, и потом до Елабуги доехать, а в Елабуге дольется. Кругом гиртека, везде где тут эта заправка, это одна гиртека кругом. Ха, куда ни глянь. Ха, пока мы от Блю заливали, куда вся гиртека делась. Тут какой-то наплыв их был. Мы на колонку минут 20 простояли, мы на Блю сразу попали. Смотрите, никого нету. Все. Михаил Владимирович пошел руки мыть. Все, залили полные канистры. Бачок ему полный залили. Сейчас туда пустые, назад, говорю, 7 тонн ему до Елабуги. По. Этого от Блю хватит. Так что он сюда потом будет ехать, просто заедет. Полные баки уже зальет топливо. Сейчас не заливали, зачем его возить с собой полные канистры. Уже потом зальет полные и спокойно пойдет. Про колесо я уже говорил, что колесо уже его ждет на обратном пути, он его заберет. То есть прицеп уже будет все полностью готов. Эй, ты кто? Мокрый, да? Умылся? Что ты там делал? Руки помыл, умылся. Не обращайте внимания, что у нас делается на спальнике. Мы сами в шоке. Видишь, вся гиртека разбежалась. Ты видишь, что делается? Да. Пустая заправка. Почему мы так рано приехали? Не знаю, назвать их сложно. Все разбежались, нет никого. О-моё, тут даже кто-то едет. В этом ряду. Что-то... А, Великолуки. Он сейчас направо поедет. К себе, на Великие Луки. А, он пошел. Великолужский. Ему тут недалеко осталось. Ну и нам осталось недалеко. 234 километра, и мы в городе Барсау. Да, я слышал, так пацаны называли. Барсау. Говорит, там, говорит, Барсау проедешь.
Не, ну на указателях-то так и написано, как. Ну правильно, ну по-белорусски, ну читается. По-белорусски, да. Ну тут же вот многие же там, знаешь, с ударениями начинают рассказывать. Что не там, там, откуда можно знать, где все ударения ставить. И тут вот тоже Борисау. Хотя на самом деле Борисов по-белорусски. Так, ну что, 50 километров. Ликбез закончен. И мы на границе. И мы въедем в Вайс-Русланд. Даешь Вайс-Русланд? Сейчас.